Человеческим возможностям нет предела. Если очень захотеть, то возможно сдвинуть не только горы, но и целый самолет. Уникальное спортивное мероприятие в главном южном хабе было организовано совместно с авиакомпанией России. Именно ее самолет буксировал атлет. Один из сильнейших людей России Денис Вовк попытается отбуксировать воздушное судно авиакомпании «Россия» «Суперджет-100» с помощью техники «Arm over Arm». Она означает перетягивание каната, упершись ногами в специальную опору, и считается самой сложной дисциплиной, поскольку вся нагрузка приходится на руки спортсмена. Удивительным совпадением стал возраст атлета. Ему 32 года, и вес самолета 32 тонны. Чемпион уверен, что числа не случайны, и несмотря на непогоду, рекорд удастся установить. И да, Денису удалось установить мировой рекорд. В весовой категории до 90 килограммов он отбуксировал самолет на 10 метров всего за 42 секунды. Спортсмен поделился своими эмоциями. Я знаю, на что иду и что мне это под силу, но должны сойтись некоторые факторы. Все равно остается в голове, что может пойти что-то не так, но ты идешь и делаешь. У меня вообще по жизни такой девиз «здесь и сейчас». То есть вот вы сейчас спросили, там погода смутила. Нет, надо вот то, что есть, то и делать, не откладывать никогда. Абсолютный рекорд России зарегистрировал президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко. Вчера мы посмотрели, сделали несколько пробных попыток, поняли, что рекорду быть. Но вот, к сожалению, сегодня, как всегда, как у нас говорят, пошло что-то не так. Сегодня пошел дождь. И, конечно же, это усугубило погодные условия, усугубило возможность выполнения этого рекорда. Но, тем не менее, рекорд состоялся. Денис Вовк стал первым не только российским, но и мировым атлетом, который в своем весе с помощью каната смог перетянуть руками самолет. До этого такой результат удавалось установить атлетам весом 150 килограммов. Достижение будет занесено в Книгу силовых рекордов России. Ксения Синявская, Александр Киреев, Александр Немков. Время новостей.